Республики. Грузинские сегодняшние власти хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии. А во времена Советского Союза была образована, между прочим, сначала договорная союзно-социалистическая республика Абхазия, в которую вошла Грузия сегодня. Это даже не была Грузия. Но во времена Сталина была создана социалистическая республика Грузия, составной частью которой стала Абхазия. И вот наши, кстати говоря, правозащитники никогда не обращают на это внимания. Это даже странно. Но по указанию Сталина НКВД во главе с Берией предприняли очень жесткие меры в отношении абхазов. Очень жесткие. Просто я даже не хочу сейчас воспроизводить. С целью поглощения Грузии вот этой территории и абхазского народа. Грузинские сегодняшние власти хотят наладить